never changes. In 1776, this great nation accepted that armed conflict was the only way to preserve our rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. If our founding fathers could only see us now. From Antietam to Amiens, Okinawa to Anchorage, we have fought. And now, the Red Menace is at our doorstep. Democracy itself is under threat of annihilation. That is why today, July 4th, 2076, 300 years after our great nation began, we gather together to honor the completion of Vault 76. This sprawling underground shelter may have been engineered by Vault-Tec, but it was built by you, the good people of America, so that if the bombs do come, if the end does come, our way of life will endure. But not everyone will be saved. Those chosen to enter this vault must be our best and our brightest. For when the fighting is stopped and the fallout has settled, you must rebuild. Not just walls, not just buildings, but hearts and minds, and ultimately, America itself. So as we stand here today, we pray that the world will know peace. But if that is not our destiny, if war must come, we stand together knowing that here in Vault 76, our future begins. Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. И это у нас с вами 76-й Fallout, друзья. Но дело в том, что я не собираюсь, в принципе, сейчас в него играть. А поскольку он у меня появился, хочу потестить, во-первых, потестить на графику, потестить на то, что тут у нас есть, как тут у нас есть. И прежде всего, меня немножко удивило, что нету титров, субтитров. Сейчас, секундочку, я попробую их сделаю. Фиг вам, говорит мне игра. Понятно, сейчас этого сделать, очевидно, нельзя. Сейчас нам надо создать персонажа. Итак, вы видели вступление, все очень патриотически, все в стиле Fallout. Ой. Да, вот так вот мы нашу героиню и оставим. Как вам? Головой она крутит? Крутит. Естественно, нет. Я посмотрю, что сейчас можно сделать. Насколько изменились, в принципе, настройки персонажа с 4-го Fallout'а. И комментировать я не буду, а просто поковыряюсь и эту запись ускорю. Увидимся с вами. Thank you.
Ну вот, друзья, как вы видели, много можно чего делать с этим редактором персонажа. Еще больше много чего делать можно с редактором фотографий. Фотографироваться и так, и эдак. Ну, в принципе, все это не настолько интересно для того, кто хочет в эту игру играть. Так, я вижу, у нас тут есть редактор способностей. Я пока что его делать не буду, потому что, друзья, просто-напросто здесь, в этом, так сказать, первом запуске, пробном запуске, хотела просто-напросто понять, как тут работает управление. Вот сейчас я пыталась переключить себя на третье лицо, но, тем не менее, вылезло меню быстрого доступа, и на Escape у нас карта почему-то. Так, да, карта тоже совсем переделалась. Все у нас какое-то более мультяшное, что ли, в этой игре. Но, опять же, не стоит, наверное, мне судить сейчас по первым кадрам. Ну и карта, насколько я вижу, действительно большая. Так, нет. Ну, управление, друзья, я буду смотреть. Давайте просто посмотрим, как и что. Игра, в принципе, у меня идет плавно, никаких скачков нету. Хотя вся графика у меня выстроена на ультра, которую я здесь особо не наблюдаю. Ну, опять же, посмотрим. О, пип-бой. Так, ну, наверное, стоит взять и одеть, я думаю. Почему нет? Костюмчик на нас какой-то резиновый, как мне кажется. Так, день возрождения. О, друзья, нет, это совсем не то, что мне надо. Нет, прохождение я делать не буду, как я уже говорила или не говорила, не знаю. Игру эту я буду проходить в коопе, надеюсь, гиперборейским, надеюсь, в коопе. И на 99% одиночку я ходить не буду. Так, распределять способности поэтому я тоже не буду, поскольку, скорее всего, что я начну ее с самого начала. А это, так сказать, пробный запуск. Ну что, давайте попробуем выйти в коридор. Если нас выпустят, а нас, в принципе, должны выпустить. У нас уже... О-о-о. Да, погуляли, ребятки, здесь. Погуляли и... Нет, только не музыка, друзья, только не музыка. Я постараюсь сейчас ее заболтать, потому что музыку надо здесь отключать. За нее банят. Тем более за тот дивный джаз. Так, и меня еще удивляет, что нету субтитров, но я надеюсь, что я их выставлю, поскольку, да, здесь текст, естественно, по-английски. И разговор идет о том, что мы слишком долго спали. Вчера у нас был прощальный, так сказать, вечер, судя по тому, сколько тут всяких конфетти валяется. А мы давайте-ка запремся у себя дома. Да-да-да, закрывай дверь, чтобы не слышать ни музыку, ни тетеньку, которая там бубнит. И так, можно сесть. Знакомый диванчик. Знакомый телевизор. И, в принципе... Я так думаю, что по этой картинке судить, наверное, не стоит. Мы помним все, в четвертом Fallout'е у нас тоже была изначально такая мультяшная картинка. В принципе, на улице все выглядит по-другому. Но, друзья, на улицу я, наверное, пока что не пойду. А потестю еще вот так вот здесь на производительность и на графику. Вот. И, как я уже говорила, проходить, я надеюсь, мы будем вместе, вдвоем. Ну, или, может быть, еще кто-нибудь, если подсоединится. Посмотрим. Короче, в кого повеселее. Но прохождение это будет не сегодня, не завтра, друзья. Это видео всего лишь маленький, маленькая проба. О, работает физика, работает, ура. Здесь что-то работает, не работают субтитры, но работает физика. Ладно, давайте ляжем, поспим, отдохнем. О, мы теперь можем смотреть на себя от третьего лица, как мы спим. Замечательно. О, батюшки, наша героиня храпит. О, сколько реалитета. Сколько натурализма, друзья. Ладно, давайте на этом мы закончим наше коротенькое видео. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Огромное спасибо всем, кто это видео посмотрел. Всего вам хорошего и пока-пока-пока!